Будем встречать Новый год на пляже! Привет! Это у нас русская клавиатура. Я боюсь ее. Доброе утречко. Привет, сразу за компьютер. Ксюня, ты что, тут просыпаешься, сразу компьютер открываешь? Смотри, я хочу это. Клюшка! В гольф, что ли, играть? Маргоша умывается. Детки, конфетки, встаем. Макс, Каролина не хотят вставать. Ты зубки чистила? Ланчбокс давай собирать. Есть у вас еще что-нибудь? Там за дверью или все перетаскали? О, еще. Чтобы они не таскали, а то оставлю на видном месте, и все, это все за 5 минут ничего не будет. Так, что у нас там? Такие вот есть. Рисовый хлеб с шоколадом. Что у нас тут еще? Такие вот мюсли. Мюсли. Да? И зачем ты столько насыпаешь, Ксюш? Так, все, давайте. Выходите, девчонки. Давайте, обуваться. Каролина. Папе скучно. Давайте, обуваемся. Ты все готова? Так, все, пойдемте. Бегом. Давай рюкзак сюда. Быстрей. Спасибо. Бежим. Что такое? Кстати, волосы при дневном свете фиолетовые, иди сюда. Да? Или все равно камера не берет цвет? Камера не берет цвет. Вот, смотрите. Нет, камера вообще другой цвет показывает. Он на самом деле фиолетовый. А показывает какой-то розовый, да? Бордовый. Кто это здесь у нас? Кто здесь? Ты проснулась? Сегодня будешь снимать видео? Магаз. А что машины все стоят? Не знаю. Вот он, гони. Ты что? Она скользит. Иди сюда! Бонни, мячик. Давай ей мячик. Маргарита, твои часы здесь валяются. Они хоть правильно идут? Где фокус? А вот. Время 1:20 почти. Да, все правильно. Даже немножко отстают они у тебя на 2 минутки. На. Мама! Че? Еще только 2 осталось. А что это такое 8 кило? 8, я 8 била. А сколько надо? 10? Нет, мой рекорд это 9. Мне надо вот еще. Нет, пожалуйста, нет. Уже пахнет вкусно. Так, я сейчас буду делать сок. Лимонад буду делать. У меня последние 2 лимончика остались. You're my best friend. Кстати, ребят, у Ксюши уже видео вышло. Но оно, конечно, получилось такое коротенькое. Знаете, я отправляла видео на монтаж. Не сама монтировала. Но оно коротенькое получилось. 4 минуты всего лишь. Ну, такое первое, знаете, вступительное. Следующие видео будут подольше. И Ксюша хочет снять тоже на другие игры. Там, как он называется? Among Us. Она сегодня, по-моему, сегодня она будет играть. Вот, первое видео уже вышло вчера. Вот, и у Маргариты сегодня видео вышло вот это. Я на волосы красила. Так что переходите в ссылочки. По ссылочкам в описании. Все есть ссылки там. И смотрите новые видео.
Макс, что так громко телевизор? Что мы будем делать на Рождество и на Новый год? Поедем в Испанию или нет? Поедем? Да. Нет. А что мы там будем делать на Новый год? Там же все закрыто, там никого нет. И что? И что, мы будем дома сидеть или на пляж пойдем? Будем встречать Новый год на пляже. А что такое? Что она кашляет? Ксюша, у тебя новая комната? Новая кроватка? Иди вон ложись с Ксюшей. Давай, ложись. Молодец. Эй, ты куда пошла? Ей что-то в горло попало. Она никак. Может, шерсть? Знаешь, когда волос попадает, наверное, скорее всего, волос попал. Бонечка, вы что, тут балдеете с Ксюшей? Дышать. А, Бонька сверху залезла, она тебе не дает открыть. Опаля. А где Бонька? Вон там. Вон она. Ксюш, тебя подписчики все просят, чтобы ты сыграла в Among Us. А видео... я играю. Нет, видео сняла. А, видео? Да. Ксюша нашла. Сейчас покажу. Я что нашла? Вот она. Смотрите, какая куртка. Смотрите. Она стоит $100. Кто мультик такой смотрел? Там, в общем, мальчик. Друг к нему приходил в гости, они играли. И мама тут такая приходит с работы, вот, и бардак. И он такой говорит, приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко. Вроде там про Сережу. Ну вот, приходил к нам. Только не Сережа, а поиграли мы немножко. Бонь, ты чего там? А, ты мячик нашла. Ладно, потом я уберу. Так, ребята, у нас здесь проблемка с клавиатурой, не на русском языке. Но мы поставили ее на русскую, но буквы не русские. В общем, мы сейчас нашли такой лайфхак. В общем, сейчас мы клавиатуру все так обклеим. Буквами. Теперь А, вот это вот F, это А. А это П. Все наклейте. Да, вот так наклей все, я буду нажимать и писать. О, смотрите, что у нас получается. У нас русская клавиатура. Мы очень умные придумали. Так, это какая у нас? Это О. Я уже забыла сама. L. Это L. Я уже сама забыла русскую клавиатуру. Не знаю, где какие буквы. Ч? Ч? Там Маргарита пришла. Это D. Это G. Смотри, мы клавиатуру русскую делаем. Это З. Я не знаю, что с ней, почему она так. Я не знаю, что с ней. Твердый знак. Ну ты у нас не умеешь твердым знаком писать. Ну, вообще не надо. Да, то запутаешься, потом еще. Потом еще скажешь, что это за буква. Так, это нету, это твердый. Так, твердый знак нам не нужен, но все. Я не знаю, зачем он. Так, смотри, вот привет. Вот привет. Кто? Кто? Кто ты? Как дела? Лампа у нас уже стоит. Учись писать. Какая у тебя оценка? 4,5. Молодец. Лучше, чем у меня. А у тебя? 3,4. Чего? Нет, 3, то ну, минус 4. Почему так плохо? Because I don't understand. Угу. Ксюнчик. Ксюнчик напиши. К. Вот. К. С. Ну, круто сейчас получилось. Как только ты не стала играть с подписчиками, так тебя выбрали предателем сразу, да? Ксюша выиграла игру. Молодец. Йеху, он хотел нажать на кнопку, когда хочешь нажать, ты должен ждать. А прикольная игра, мне понравилась. Потом я подошла, убила и ту. Все, выиграла. Круто, поздравляю. Йеху. Ладно, пошла кушать, готовить, а то с твоими играми время. Тут только теряю. Так, дети. Прям такая счастливая ходит. Так, Маргоша ушла на улицу. Правда? Да. Не знаю, к подружке пошла. Какой? С этой, с Делей. Ой, ну так, ну закрыть. Так, да, сейчас будем готовить кушать. Кто-то есть? Нет. Да, сейчас у Ксюши зарядится телефон. А когда я буду... И она хотела играть с подписчиками лайв. Мама, ну чтобы я могла делать лайв на ютубе, мне нужны два этих экрана.
Макароны. Макароны. Нет ничего. Макароны. Так. Картошку. А тебя раньше сюда было много. Коробка стоит. Зачем? Там ничего нету, но коробка стоит. Да. Нет, просто сварю в мундире. Так. Что мне нужно? Мне кастрюля. Привет. Уже 300 зашли, офигеть. Привет, привет, привет. Привет. Сашка, глазуй. Саша. Да, Европа. У тебя Европа же? Лав. Нет. Полина оказалась одним из наблюдателей. Ага, Полина, привет. Полина меня убила. Так, приятного аппетита. Кто-нибудь заходил новенький? Ага. Получилось у новеньких зайти? Угу. Или все те же самые заходили? У каких-то полчаса. Есть, наверное, какие-то... заходили много раз. Ну, не у всех получается. Ну, мне кажется, просто сервер переполнен. Очень много желающих, поэтому там очень сложно попасть, да, Бонь? Ты мой сладкий такой. Рыжая, бесстыжая. Угу. Так, все у нас. Ужин. И на боковую. Да? Так, Маргош, давай считать подарки. И мне так кажется, что на этих выходных нужно уже видео снять. Потому что число-то какое уже. Вот, посчитаем сейчас и посмотрим. И еще я хотела, знаешь, что заказать? Еще кое-что через интернет нужно заказать, чтобы пришло. А что? Ага, бирюшка. Краску для волос. Для волос хотела ее купить, бирюшка. Потому что в магазине краски зеленой нет. Надо искать в интернете. Давай, доставай пакеты. Тут у нас все спрятано, пакетики наши. Не очень, они полные. Но что-то есть. Так, все, мы вам не покажем, чтобы вам было интересно потом смотреть влоги наши. Так. А то все увидите. Вот, раз. А Ксюша, можешь посмотреть влог? Так я не буду сейчас показывать. Ну, хорошо. Угадайте, сколько мы купили? 10 всего. Всего 10. Всего 10 подарков. Нам еще надо 14. Два я знаю, так что закажу через интернет. Это. Еще 12 где взять? Можно где взять 12 еще подарков? Не знаю. Понюхай. Ну и снова идти покупать. Это я себе масочки купила. Или в пятницу можно. Такая вот пенка и гиалурон. Гиалуроновая масочка. Вот. Хочу попробовать. То все, у девчонок маски у меня нет. Что там нюхаешь, Бонь? Там нет ничего. Унюхала. Ну что ты себе мажешь? Скелет. Кто ты? Скелет. Какой еще скелет? Маргарита. Сейчас все вымажешь черным. Мальчики. Маленький бейбик. Больно? Водичкой намочили, чтобы она рассталась. Дерни один раз и все. Раз, два. Oh, shit. Ауч. А-а-а!
Закончится, я не буду покупать больше. Вот ты. Я боюсь ее. Я боюсь ее. Сейчас покажу маму. Не подходи ко мне. Ну почему все в мою сторону? Туда делай. Покажи ей это, ей мама нравится. Копия прям. Нет, мама не подходит. Что такое? Все уже. Собаку покорми и погуляй. Марго, все. Что ты с тобой делаешь? Что она делает? Да я вижу, что она делает. Она Маргарита, все, хватит. Иди давай, а то она будет концерт устраивать до утра. Все, пока свет выключай. Нет, Маргарита, все, хватит. Вернись на землю, пожалуйста. Все. Вернись. Все. Инопланетянка. Все, спокойной ночи. Всем пока.